На центральном ковре главный финал борцов весовой категории до 120 килограммов. Встречаются в красном трико Фатих Чакыроглу, Турция, Алексей Шимаров, Беларусь. Еще раз просим Евгения Фионова подойти к столу информатора. В красном трико борется Фатих Чакыроглу, представляет команду Турции, призер чемпионата Турции 2010 года. В синем трико борется Алексей Шимаров, Республика Беларусь, город Минск, мастер спорта международного класса, участник чемпионата мира 2009. Спасибо.
фортуны. Победил Алексей Шимара.